была первая поклевочка подлещика, сейчас сошел он по зубам, я ему дал. Но может повторит, конечно, вряд ли. Получил он по зубам. Обидненько. Обидненько. Ну давай. Ай-яй-яй. Первый подлещик небольшой. Мелкий. Где-то там зацепился. О, нормальный. На раз нас. Тихенько. Тихенько прячем. Тихо. Ай, ты ёрш, наверное. Ну, так хорошо помял. Пока камеру включал. Еще один маленький. Поменьше немножко. Сопливый стоять, бояться. Да блин. Один клюнул подлещик. Ну пока тоже такой не крупный. О, такой. Ну, что-то мелкое. Совсем мелкое. Подлещик мелкий. Совсем шелуха. Ну еще, ну очень густерка даже маленькая. Обошел я все лунки, ничего нет, пришел обратно, вернулся, поставил нормышечку маленькую такую. Если будет клевать на нее, лещи покажу, пока нечего показать. Ну еще, наверное, подлещик небольшой. Ну да, совсем мелкий. Ух ты, ершак, наверное. Какая-то опять дребедень. Думал, подлещик, а тут плотвина. Ну, ладно, для плотвины нормально. И отдай крючок. Да блин. Так, ну всем привет. Сегодня озеро Разнос. Большое, красивое, рыбное. Красота. Красота, уже 9, наверное, 10 час. Вот такой лов. Раз, два, три, четыре, пять подлещичков. Одна густерка. Плоточка. Сосал бы на сегодня. Там уже лещей, наверное, натягал. Приобрел камеру он. Практик Морена. Ну, в камере ничего нет. Отходили мы вначале, отыскали. Совсем пусто, рыбы нет. Как бы проходной подлещик. Не, но это когда уже надоело ходить с камерой, мы сели. Вот, один подлещик. Сушеный, да? И две плоточки. Такая камера у вас, Алда, теперь. О, мурена. Отличная вещь. Только рыбы пока нам не дало много. Рыбы не показывает.
Ну, ищем, погодка красивая. Минус 15 градусов было утром, когда мы приехали, в машине показывала. Лед отличный, заход, заход шикарный. Лунок, куча тут отверстий, буря на старых. Ну и рыбаков сегодня мало. 5-8 рыбаков и нас двое. Ну я говорю, там вон 3-5. Короче, мало. Все, ловим, показываем, смотрим. Голоса. А, не. Закричал, что крупный, да? Не, я говорю, не. Йорк. От одного такого уже. Ну, я говорю 600 грамм, а Сол говорит 800. Ну, весов нету, так что не поспоришь с ним. 800, 800 значит 800. Так, ну будут вопросы, какой лед на озере Разнос. Ну, вот такой лед на весь шнек. Подлещик. Ничего. О. Грамм 300 будет. Спрячем куда-нибудь. Масл тоже тянет подлещика, там упирается. Ушел, да? Ушел. Большой? Ну, конечно, ты добавишь сейчас полкилограмма там. Усол там отпускает, а я ловлю. Даже ничего. Ух. Упирается. Давай, иди сюда. Что там? О. Говорит, усол грамм 800. Я. Ну, нормальный. О, тут уже точно под 800. Только надо тихо не кричать, пока усол не видит. О, ты мелкая какая-то фигня. Плотвина. Хороший, да? А, подлещик. А, ну ничего, да. А, на нижнюю, на верхнюю, да? Ну да, ну, да. Да, да. Мелкий совсем. А, плотвина. Ну, плотвина? Ладно, для плотвины нормально. Подымала, думал, подлещик. Так, ну такая красота. Кроме такой красоты снимать особо нечего. Народа на разнос нет вообще. Если бы не мы двое приперлись, то вообще практически никого бы не было. Это раз, два. 4 человека, 5, кроме нас, на всем озере. 5 часов вечера уже. Наверное, без 10-5. 7 мы начали искать. Искали камерой. Муреной. Вот. Но проблема с этим подлещиком, что на камеру он, не знаю, боится или что, но нету. Ни одного подлещика мы не видели. Ни одного ерша мы не видели. Дно красивое. Лунки, которые закормлены, вообще пусто. Только единственные лунки сыграли, которые мотылем кормили. А если где-то немножко чем-то другим, то все, рыбы там больше нету. Ну вот такой улов. Вот мой улов. Ну, вот мой самый лучший подлещик на сегодня. О. Ну, если бы таких бы штук 50 и хватило. Осол тихоря там натягал. Ни разу не свистнул он, что... Приходи, лови по-тихому. Вот. Ну, видно по народу, что на разнос сейчас пусто. Да, когда тут клев, обычно народа тьма тьмущая. А сегодня вот так. Все, всем пока, да? Да, все. С вами были мы. Так что... Все, сюда уже, наверное, в этом году. Ну, зарекаться не буду, вдруг еще на последний лед припрусь. Ну, пока все, желание отпало.
все, всем пока, до новых встреч.